Всем привет, с вами Doom. Сегодня посмотрим на Kinder Joy серии «Черепашки-ниндзя». Вообще, это мой, наверное, самый первый Kinder Joy, который я когда-либо покупал. Обычно всю жизнь покупал только Kinder Surprise, но видел, что в магазинах продают, там разные серии тоже были. Но вот увидел «Черепашек-ниндзя» и что-то решил купить. Смотрел я распаковку еще у Толяна Батчерсхеда, но это почти было год назад, он там распаковывал то ли два, то ли три. Какой-то ему там волк попался, хотя это вообще не волк, но он его назвал волком. И какой-то кубик попался. В общем, хреновые какие-то игрушки. Что Kinder Surprise фантазии, походу, на игрушки заканчиваются. С игрушкой. Что-то тут за игрушкой, это что ли по-украински? Молоко, какао. Никаких, кстати, опознавательных знаков, да, что это черепашки-ниндзя именно нету. Только там в самой коробке, сколько там их, 36 штук, по-моему, в одной коробке. И вот там были указано, что черепашки-ниндзя. Так, вот здесь специальные эти штучки. Первый раз вот вообще открываю. Здесь переливающиеся, как это называется, я даже не помню. Kinder написано. Здесь типа ложка, что ли. Так, и здесь. Так, это, по-моему, шоколад, наверное, да? Ну-ка, сейчас. Блин. Ага. То ли орех, что ли, или что это? Так, ну давайте смотреть. Что же там попалось? Что это такое? Честно, я даже не знал, что входит в это, в какая игрушка или что это. И что это такое? Ха. Что-то я не вижу, чтобы тут были какие-то черепашки-ниндзя. Но на коробке были указаны именно они. А тут какая-то хрень. Что это такое? Тхе. А, понятно. И что это такое? И типа сюда клеится вот эта наклейка, и, наверное, меня вот так вертишь, да, и меняет эти. Но где черепашки-ниндзя, что-то я не понимаю. Указано было на коробке, что это черепашки-ниндзя, или они просто использовали коробку, но никаких черепашек-ниндзя нет. Что-то я ничего не понимаю. Вот такая хрень какая-то попалась. Ха. Ладно, непонятно, конечно, но... Может, кто покупал, напишите, что вам попалось. В нем попалась какая-то хрень. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.